первая наша боевая покатушка с невоводами. Должно быть интересно. Заезжаем с Фанагорийки через пещеры и выезжаем на М4. Вчера шел сильный дождь, через час обещают сильный снег. Очко трясется, без. Страшно, короче. Присутствует какой-то мандрак, на самом деле. Волнение как сказать? Не опозориться? Нет. Ну я трусом мотал. Я единственный, кто это сделал. Стрелять любит. Этот, как сказать, неизвестность, что будет. Ну да. Но мы самые стоки. Ну вот зеленые еще. Война план покажет. Да. Только аккуратно, это будет фиаско. Оп-оп-оп. Oh,
крути. Не быстро едет. Да, он не вылез. Александр, комментарий. Ау, как? Установка по кайфу. Сущий Костя. Сзади лебедки нет. Сзади у бирюзовой. Лада. Лада есть. Я Костя скину, да, он там просто скидывает. Ой, ты ничего не делаешь. Давай чуть назад. Какие пейзажи надо поторопиться снимать, да? Блох на ютубе будет. Ему вот только вот сюда ему, если только заезжать. Когда Влада сюда лебедить его назад. Он вперед сейчас лебедит. О, теперь этого дернул. Почему не выскочит? Не выскочит он на колею. Он вот туда не выйдет? Не а что, давай этого назад дернем? Ну так лебедка нужна была. Или троса. Да нет, не бегится. Вон он лебедку уже. Тебе пускай он сам едет. Отцепляй от синей. Расслабь. Пацаны, а кто знает, когда воду падает? И на какую? Нормально, есть еще 4. Я так ванной делал, когда маленький был. Неси лебедку, неси туда. У меня лебедки нет. Значит, надо больше газу. Дальше там будет. Это там мы проедем легко. Ну давай чуть на колонну подтянуть. Все. Там застряли. А, уже кто-то сел? Ну едь, да, протяни, наверное.
отъезжай потихоньку, Андрей. Потихоньку отъезжай. Лебедку тянуть. Тебе газульку жать. Его деревья там хватает. Вон, смотри, молодежь что делает. Только А-а-а. Так обходит тебя. Там глубоко. Точно? Бар, кните кто-нибудь палкой. Кажется, спор проигран. Да, мосты, да. Спор. Пацаны, как оно? Проехали? Всех обогнали, красавчики. Вот это я понимаю, лучшие. Ой, все вытягивали, они вон, видишь, как отыграли. Все взяли вот так вот, обогнали. Говорю, мы не обуза. Война проедет. Опа. Другую.
сейчас мы можем наблюдать, как Костя на белой Ниве и Kia Subaru вот, и Kia Niva вот, опять встрял. К нему пришел на подмогу его помощник Александр. И сейчас они копают. Пока второй Константин на заряженной красной Ниве. Константин же первый. Это все в рот, походу. Да, там вот, как это выглядит со стороны, да? Вот это вот Костя рубится с лебедкой на сильверах. А пацаны не рискнули за ним ехать, чуть объехали. Ну, а мы объехали вообще по лайтовой дороге, ну, потому что там нам вообще вариантов не было, шансов ехать. Что, точно нужны колеса, не хватает клиренса, помяли номер, тут все хорошо. Минус глушитель в салоне. Сейчас, моментик. В салоне вот так у нас, там водичка стоит. В целом. Мне говорили, оффроуд это весело. Это весело. Время еще 11, мы 2 часа только рубимся. И это даже не половина маршрута. Видишь, благо лебедка живая. Только сделали. Отцепляйтесь, здесь он сам поедет. Нет, оставь. Да что ты сейчас побольше? Потом все это. Там... Thank you.
до этого дошел? Мучительно, долго. Но счастливый. Сколько ты уже этим занимаешься? На этой машине 3 года. А вообще? Ну, а вообще была Нива обычная, стоковая, катался там по полям, нравилось. Ага. И вот заболел. И все, и короче, понеслось. Да. Это интересно, конечно. Вообще круто, круто. Годами. Да нет, не знаю на самом деле. Просто интересно, ездишь, природа красиво, техника, машина, это все классно. Не, ну с чего-то это началось, это как-то... Да, обычную Ниву купил, поехали покататься по грязи. Просто с пацанами, да? Да, по нагорику. Затянуло, да, понесло? Потом УАЗик купил, потом понял, что это гиблое дело, Нива самое лучшее. Чем, так сказать, машина тяжелее, тем дальше доставать, тем дальше идти за трактором, как говорится. И поэтому Нива это самая оптимальная машина для этих дорог. Понятно. А, дорогу размыло, как... Вот там по бревнам хер проедешь, потому что там... Смыло, да. Не, вот здесь вот видишь, объездная была хорошая через брод нормально. Да, но... Бревна тоже, видишь, они стояли, их походу подсмыло, Дима, когда дожди были серьезные. Да, под весом Нивы, прикинь, если оно ляп и все. По лесам, по горам, и мне за это заплатили, пачку сигарет. Надеюсь, Костя, ты это вставишь. А что, сколько лет? 19 будет 19? Через неделю. Понятно. Как ты вот до вот этого вот всего дошел? Да, с самого детства смотрел джипинг, ездил на соревнования, всякие понравилось. Вот появилась возможность, езжу. Понятно. Ну как тебе первый? Ты первый раз едешь? Второй раз в Новосадову ездили. А, ну как впечатление? Экстрим, адреналин, но машину жалко. Жалко, да? Она еще не совсем подготовленная, поэтому... Ну, все впереди, как говорится, а? Будем стремиться и продолжать. Да. Красавчик лучший. Так вот мужики на Нивах пробираются. Да ты мой Геракл, да ты мой Геркулес, вот эти, боже мой, а! Что мы здесь будем делать? Что скажешь? Я в шоке. В приятном? Да. Шок приятный, лайт маршрут. Для нас вообще не лайт, потому что мы вообще видим это в первый раз вживую. Сюда! Вы объезжать 1,5 километра хотели.